Здравствуйте, друзья! С вами представитель компании «Второй паспорт» города Владикавказ. Меня зовут Маргарита, и сегодня мы с вами поговорим о гуманитарном пароле. Что это такое и кто вообще на него имеет право? Итак, гуманитарный пароль – это разрешение для визы в Соединенные Штаты Америки для тех, кто получил отказ в визе, но имеет гуманитарные основания для въезда. Тут хочу подчеркнуть тот факт, что основным критерием является именно отказ в визе. Рассмотрим с вами основные условия для гуманитарного пароля. Сюда относятся необходимая медицинская помощь, разлучение членов семьи, которое влечет серьезные последствия, посещение тяжелобольных родственников, поездка на похороны, участие в судебных разбирательствах, даже в случае угрозы жизни и здоровья человека. Гуманитарный пароль предоставляется на тот период времени, который соответствует длительности гуманитарной ситуации, но находясь уже на территории Соединенных Штатов, этот период можно продлить на неопределенный срок. Если вас заинтересовала данная тема, обращайтесь за подробной информацией по указанному номеру телефона. Наша компания представляет большой спектр услуг, и мы поможем вам достичь ваших целей.